Может, пройдем здесь? Что-нибудь видишь? Должен быть способ получше. Да уж, обратно мы не пойдем. Поищи что-нибудь, чем можно подпереть. О, тут столько всего интересного. Элли! Да. Ну, давай! Так, держу. Смотри. Охотники. На их месте могли быть мы. Надо же, сколько людей здесь погибло. Надо было разворачивать машину и валить. Мы выжили. С трудом. Уходим отсюда. Как ты узнал? Ты о чем? Насчет засады. Я был по обе стороны баррикад. Ой.
Значит, ты убивал невинных людей? Ну, значит, да. Понимай, как хочешь. Похоже, здесь эти козлы спят. То есть спали. Начнем. Фух, мне показалось, они не зараженные. Неважно, пошли отсюда. Вот мост. По нему мы выберемся отсюда. Элли, не спеши. Подожди меня. Ну чего тебе? Я здесь. Давай я пойду первым. И не шуми. Ладно. Я могу свистеть. Ну вот. Теперь будешь меня доставать. Крутота! Элли, я тебе комиксы нашел. Thank you.
Что это? Не знаю. Элли, пригнись. Ты стрелять вообще умеешь? Прячемся! Ты же все пули в молоко всадил. Лучше б в тебя. Ну ладно, ладно. Промазал, бывает. Хочешь, потренирую тебя в тире? Да ну тебя. Куда они делись? Должны быть здесь. Они на повороте шоссе. Не удивлюсь, если у них там еще туристы. Хорошее местечко. Везет же им. Погляди пока, чем тут можно поживиться. Ничего тут нет, идем дальше. Ты слышал? Да, и что это за хрень? Заходи сбоку! Ё-моё! Сбоку! Ах ты! Капец! А мост ведь далеко. Дойдем. О, странно выглядит. КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено. Отдавайте паёк. Почему им не давали еду? Иногда еда заканчивалась, хотя чаще ее просто не выдавали. В Бостоне такого никогда не было. Ну, а в других местах сплошь и рядом. Слышу охотника. Да, я тоже. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Ясно? Ого, ты тоже? Я слышал про это. Там была одна девица, глющая как черт. А уж какая верткая. Мы там всех перестреляли за пару минут, а за этим чулом занято гоняли часов пять. Да, иногда приходится отрабатывать свои деньги. Точно. Мы уже почти закончили.
И тут она начала стрелять. Эта дура могла уйти, но нет, в итоге. Двое ребят ее отвлекли, а я взял в прицел ее симпатичную головку и бам! И все. Черт, может, стоило прихватить ее с собой? Переманить к нам? Не вариант. Она бы нам всем глотки во сне перерезала. Я что-то слышал. Ох, как же я устал. Ты нас гоняли за этим туристом. Ого, ты тоже? Я слышал про это. Там была одна девица, лющая как черт. Ах, какая верткая. Мы там всех перестреляли за пару минут, а за этим шилом в заднице гонялись часов пять. Да, иногда приходится отрабатывать свои денежки. Точно. Мы уже почти закончили. И тут она начала стрелять. Эта дура могла уйти, но нет. В итоге двое ребят ее отвлекли, а я взял в прицел ее симпатичную головку и бам! И все. Черт, может, стоило прихватить ее с собой? Переманить к нам? Не вариант. Она бы нам всем глотки во сне перерезала. Не надо, ты это брось! Блин! Ё-моё! Босс говорит, нам пора расширяться. Босс новый, трёп старый. Он говорит, у нас теперь достаточно людей, можно расширять периметр. И что нам это даст? Не знаю. Может, бензин найдем, еще генераторы запустим. А я хочу проектор починить. Но посмотреть все дела. Я слышал эту фигню про расширение не раз и не два. И каждый раз, когда мы пытались это сделать, нас убивали. Почем знать? Может, получится.
Не очень-то на это надейся, малыш. Дольше проживешь. Может, по-хорошему договоримся? Черт. Ничего себе! Здорово я его!
Выживем на зло вселенной. Нас не сломить. Не понял? Дик звездный свет. Ну, это из комикса. Так герой говорит после сражения. Нас не сломить? Ага. Ладно.
Ух ты! Сколько тут книг! Жалко, что у меня так мало места в рюкзаке. Значит, ты любишь читать? Когда я не удираю от зараженных и охотников, все время читаю. До чего надо дойти, чтобы вешать солдат? Люди в отчаянии способны на что угодно. Так что, получается, мы тут против повстанцев? Выходит так. Посмотрим, куда он ведет. Постарайся не сломать шею. Лежи, лежи, лежи. Опять они. Хорош возиться. Ну, валим отсюда. Ничего. Вроде нас не видели. Фух, вот и наш мост. Мы приближаемся. Не будем терять время. Пошли. Какая же она худая. Раньше ведь было много еды. Ну да, но некоторые старались не есть. Почему? Для красоты. Идиотизм.
Нет, я не допрыгну. Подсади меня наверх, я положу доску. Подожди! Узнаю, что там. Это еще что? Опасное место. Что там происходит? Залезай. Пойдем через отель. Ну ладно. Эй, осторожней. Не бойся, я осторожная. Клади доску, как они. Ну и вонища. Да, дерево прогнило. А ты часто бывал в кафе? Ну да. Нередко. И что ты заказывал? Просто кофе. Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Тут все чисто. Спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах?
Ну, пока все не накрылось. Нет, для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Как бы туда залезть? Здесь слишком высоко. Давай осмотримся. Я бы хотела остановиться на одну ночь. Да, пожалуйста, в лучших апартаментах. Да что ты несешь? Да-да, спасибо. Отнесите наверх. Странная ты какая-то. Смотри, тут лестница. Давненько я не пил кофе. Лезь!
надо как-то поднять настроение. Готов? Все люди в мире братья. Просто старшие бьют младших. Что это? Анекдоты. Шутки в сторону. Часть вторая. Уилл Ливингстон. Пойдем дальше. А теперь закрой рот и скажи, где ты был. Знаешь, кто не прав? Лев. Да, прикольно. Сколько яиц можно съесть натощак? Ну и сколько? Конечно же, только одно. Не поняла. Под лежачий камень никто не опоздает. Мрачно. Ладно, нашутилась. Смотри под ноги. Да, черт. Пригнись, пригнись. Стоп. Сколько же это? Пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все. Слышь, ты это, давай без глупостей. О боже. Может, по-хорошему договоримся? Ничего себе!
себе. Блин. Ой-ой. Я тоже слышал. Спокойно, мужик, спокойно. Да, давай по-хорошему. Черт. Черт. О, жуть.
Выбрали легкий способ, да? Это нелегко. Но для многих проще, чем ждать щелкуна или охотника. Поверь, это нелегко. Смотри, похоже, в этой шахте есть лестница. Постой, дай я попробую. Посмотрим, что там. Тут узковато, но пролезь. На всякий пожарный. Ну
Лучше найди за что ухватиться. Ну, вперед! Ладно. Вперед! Итак, куда дальше? Туда я не заглядывал. Может, за тем проходом? А здесь? Как бы обойти эти ворота? Долбаные споры. Твою мать! Yeah.
Ненавижу эту хрень. Ну вот и все. Главное, Элли.
Забирай его! Готово! Супер. Тебя не покусали? Нет, пока. А тебя? Пока нет. Ладно, разделяемся и идем дальше. Вдруг какого урода не заметили. Что за хрень? Как я ему мозги вышибла, а? Да, это точно. Тошнит. Я ведь просил тебя не лезь. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Так идем.
Лучше побудь здесь. Не вопрос. С места не двинусь. Мы должны выбраться отсюда. Найти мост. Главное понять, как. Ай, как же достало. Ух ты, зацени! Это задник. Люди фотографировались на его фоне. Да, я знаю, что это. Ясно. Но ты хочешь что-то сказать? Ах, я и не думала делать, что мне в голову взбредет. Просто тебя долго не было, и я подумала... А вдруг с тобой что-то случилось? Не имеет значения, что ты подумала. Ты должна меня слушаться. Я и слушаюсь, просто... Ладно, неважно. Может, с этой штуки можно залезть? Взяли! Черт! Тяжеленная штуковина!
Как насчет помочь? Думаешь, можно мне это доверить? Элли! Ну, жми! Я жму! Сильнее! Так лучше? Пошли. Сюда, прыгнись. Значит так, я сейчас спрыгну и расчищу нам путь. А как же я? Сиди здесь. Но это же тупо. У нас больше шансов, если я помогу. Поможешь. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься? Ну, из винтовки я уже стреляла. Только по крысам. Крысам? Пневматика. Короче, общий смысл тот же. Вскидывай. Теперь упрись как следует в приклад. Отдача тут гораздо круче, чем у любой пневматики. Угу. Оттяни затвор. Держи вот здесь. Тяни. Вот так. Как выстрелишь, тут же загоняй еще один патрон. Послушай меня. Если я опять влипну, бей так... Чтоб наповал. Ясно? Я поняла. Ну ладно. И знаешь, насчет того раза. Спасибо, что спасла мне жизнь. На здоровье. Ну не засранец, а? Если уж ты тыришь, то прикинь сначала, успеешь ли слинять. Ну я бы... Какие трупы? Всех перебили нахрен! Чего вопишь-то? Отдышись! Кого убили? Весь отряд. 76 парней. Какой-то гребаный турист. Всех до единого. Черт. Боссу доложил? Да. Он сказал оставаться на местах, следить за воротами. Все слышали приказ? Черт! Ты отсюда не выйдешь. О, черт! Убитый! У нас потери! Разделиться! Я так понимаю, ты хочешь по-плохому. Твою мать!
Продолжай в том же духе. Я тебя найду, сволочь! Я тебя найду! Я не понимаю, ты хочешь по-плохому? Все, спускайтесь. Ну, как я? Вот, возьми. Тебе по размеру. На самый крайний случай. Ага. Он на предохранителе. Умеешь снимать с предохранителя? Умею. Ладно, только помни, это не игрушка. Ты должна... Джоэл, я понимаю. Ладно.
Готова действовать, Элли? Ага. Ну же. Черт, цепь застряла. Держись. Держусь. Есть. Давай. Хорошо придумано. Помоги открыть. Сижу. Готово. Другое дело. Чак, пригнись, пригнись. Что нам делать? Ничего. Непростые деньги, а? Хоть что? Черт, еды нет. Ботинки, старье, ничего приличного. На, пошли. Что ж. Боже. Ничего мы не могли сделать. Я знаю. Просто... Боже. Надо идти к мосту. Ладно. Лучше бы в том пикапе были солдаты. Как они умудрились перебить целый отряд? Идем дальше. Я хочу покончить с этим делом до заката. Хана тебе, кондон!
Точно отряд вышел на связь. Ни черта нет. А Маркет? Да, они как раз там. Может, выжить потомков. Только бы эти туристы выползли на свет. Когда-нибудь вылезут. Что-то радости будет. Джоэл, на втором этаже еще один, смотри. Да, я вижу. Пригнись. Прикрывай! Восточный отряд вышел на связь. Ни черта нет. На Маркет-стрит? Да, они как раз там. Может, выкурят этих подонков. Эти туристы выползли на свет. Когда-нибудь вылезут. Что-то радости будет. Гори, падла! Хана тебе, Гондон! На, прикури! Ну, начнем! Ублюдок!
цепью! А чё? Опусти его! Ты у меня поляжешь! Комиксы эти. Вот так. Сюда, сюда, Элли. Давай! Вот так. Скоро придем. А я жила в таком месте, еще в карантинной зоне. Подготовительная школа ВС. Да, неплохое название для детдома. Интересно, что стало с детишками? Эта школа давно заброшена. Какие уж там дети. То есть они или охотятся за нами, или погибли. Или уехали. Но ты думаешь, что умерли? Я думаю, что надо валить из этого города. Еще. Везде эти плакаты. Я смотрел это кино до эпидемии. Правда? Он ее прям выпотрошил?
Да никого там не потрошили. Кино детское. А зачем ты его смотрел? Не знаю. Не будем отвлекаться. Ладно. Давай свернем в переулок. Опять этот долбанный броневик. Главное, не высовывайся. Знаю 20. А 25 ты хочешь? Фига себе. Мама клянусь. У тебя 25 тушенки? 24, одну я уже съел. А откуда у тебя 24 тушенки? Из старого военного холодильника. Мы на него с Рейбаном наткнулись в отеле. Добычу пополам. А не протокол? Всегда открою. А что? Так, я тоже хочу. Я Thank you.
кажется, оторвались. Черт. Спокойно. Нас не видят. Твою мать! Ах ты ж! Джоэл! Стой! Стой! Джоэл, стой! Убери руки. Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. Как же больно ты бьешь. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. А, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл? Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много. Но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе? Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Ладно, ведите. За мной. Извините.